Улица Магистральная – одна из проезжих частей промышленной зоны Нефтекамска. Когда здесь был последний раз капитальный ремонт, неизвестно. Но, глядя на состояние дороги, больше как аварийной ее не назовешь. Водители здесь давно уже ездят с большой осторожностью. Несмотря на большую проведенную в этом году работу по благоустройству городских дорог, есть еще участки, которые требуют глобальных изменений. В их числе и улица Магистральная. Она является одной из основных при въезде в город со стороны Удмуртии. Свой путь через Магистральную держит большое количество большегрузов, вследствие чего дорожное полотно заметно износилось. Эту тему на очередном заседании Совета подняли депутаты. Глава администрации Рашид Давлетов сообщил, что Магистральная улица в этом году все же будет отремонтирована, но не капитально. Всего же на ямочный ремонт в этом году администрация Нефтекамска потратила 23 миллиона рублей. Своим решением народные избранники перераспределили еще 40 миллионов рублей, в том числе на погашение задолженности по поставке продуктов питания в школах, оплату коммунальных услуг спорткомитета, вывоз мусора в образовательных учреждениях и другие расходы. Также увеличиваются планы финансирования по 2015 и 2016 году по газоснабжению микрорайона деревни Крымсараева по 10 миллионов на каждый год. Самой обсуждаемой темой этого заседания стали долги арендаторов перед Комитетом по управлению собственностью. Их сумма ежегодно только увеличивается. На данный момент городской бюджет недополучил 252 миллиона рублей. Сумма для местной казны более чем весомая. При этом 37 миллионов буквально подарены предпринимателям и организациям. Вернуть их уже фактически невозможно. И депутатов больше интересовал процесс возврата этих долгов. Сотрудники КУСа в последнее время ведут огромную юридическую работу. Составляют претензии и иски, отправляют тысячи квитанций, но этого, похоже, недостаточно. То есть более жестко подходить к этому, особенно в нынешних условиях, когда такой дефицит. Я, уважаемые депутаты, еще раз вот обращаюсь, я категорически не согласен с этим пунктом. Более того, вот оно все завуалировано, видите, сейчас всплывает. Значит, по условиям договора, которые мы здесь не видим, два срока пропущенных дают основания для претензий, для иска в суд. Это полгода. Предприятия, которые арендуют землю, как правило, львиная доля, это, я скажу так, преуспевающие компании, которые строят, работают на рынке жилищного строительства, и до сих пор у них все было в порядке. Мое мнение, месяц, просрочка, все, инициировать процедуру изъятия земельного участка, причем жесткие штрафные санкции включить. Депутаты настояли на том, чтобы Комитет по управлению собственностью пересмотрел условия договора с арендаторами и изменил один пункт. Производить оплату предпринимателей будут не раз в квартал, а раз в месяц. Так, по мнению членов Совета, городской бюджет будет пополняться чаще, а спорные вопросы решаться быстрее. Пока же новшество не утверждено, но к следующему заседанию председатель КУСа Ильнур Абсалямов обещал предоставить информацию о возможности принятия такого решения. Также члены комиссии Совета по земельным вопросам попросили огласить пофамильный список должников, которые не платят за аренду городского имущества. Депутат Эмма Хазиева заметила, что и среди ее коллег немало тех, кто задолжал нефтекамскому бюджету. Мне стыдно, потому что многие, вот 121 миллион задолженники, сами депутаты. Извините, конечно. Единогласно за и с некоторыми корректировками депутаты повысили арендную плату за земельные участки. Это изменение коснулось как садоводов, так и крупных производственных объектов. Тем самым ожидается дополнительный доход в городской бюджет. Также без возражений народные избранники поддержали предложение от управления культуры Нефтекамска. Этот год у нас год культуры. И в октябре этого года мы празднуем 20-летие открытия нашей картинной галереи «Мирас». Поэтому просьба поддержать. Мы предлагаем изготовить мемориальную доску первому основоположнику картинной галереи Насырову Юниру Ярвычу. Члены Совета уделили внимание и оснащенности спортивных залов на территории городского округа. По мнению некоторых депутатов, помещения для занятий спортом должны иметь больше современного инвентаря, что привлечет нефтекамцев к активному образу жизни. В свою очередь, начальник жилищного отдела рассказал о ходе реализации городской программы «Доступно жилье». На данный момент построены 2 социальных дома, в которых получили квартиры на льготных условиях молодые семьи, работники бюджетных сфер, инвалиды и дети-сироты. В ближайшее время в Нефтекамске должны появиться еще 3 таких многоквартирных дома. Еще в 2014 и 2015 году планируется предоставить 9 благоустроенных квартир также детям-сиротам. Реализация программы позволяет улучшать жилищные условия как гражданам, признанным нуждающимся в жилье, так и непризнанным, но фактически имеющим нуждаемость. Программа работает. Планируется построить еще 3 многоквартирных жилых дома по улице Карцева. Земля для этих целей выделена. Анна Сазыкина, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».